Через несколько дней Ульяновск окунется в атмосферу спорта, диет и здорового образа жизни. С 12 по 14 июля в областном центре состоится первая межрегиональная конференция по вопросам формирования здорового образа жизни «Реакшн-2018». В преддверии праздника спорта и красоты организаторы масштабного события встретились с представителями СМИ, где раскрыли некоторые фишки конференции. Как оказалось, изначально планировали лишь мастер-класс титулованного фитнес-тренера и популярной телеведущей Ирины Турчинской, которая приедет в Ульяновск 13 июля. Но мастер-класс перерос в нечто большее. Поняли, что необходимо включить еще и деловую часть в нашу конференцию. Так появились три круглых стола. Один из них посвящен массовому спорту, другой – индустрии развития спорта и молодости. И третий – правильному питанию. И могу сказать, что на сегодняшний день зарегистрировано более 300 участников. Это много. Среди участников – заядлые зожники, представители спортивных сообществ, региональной власти и просто все заинтересованные. Ждут все, кто хочет жить больше, выглядеть красивее и спортивнее. Найдут себе место в рамках конференции люди идейные. На одном из круглых столов организуют фабрику ЗОЖ-проектов. Как признались эксперты спортиндустрии, от слушателей конференции ждут интересных, актуальных, дискутируемых и местами даже нелепых идей. Может быть, даже абсурдные проекты, да? Они имеют право жить, высказываться, это интересно. В общем-то, здесь и задачи даже президента нашего, да, стоят и о долголетии, и о вовлечении в спортивную структуру. Поэтому, в общем-то, должна быть буря эмоций, буря общения и идей. Это важно. «Реакшн-2018» пройдет на нескольких городских площадках. Одна из так называемых фитнес-тусовок состоится в Вейк-парке 14 июля. Здесь же жителям и гостям города презентуют новую линию кроссовера Toyota CHR. Цель нашей тусовки – это прежде всего подчеркнуть спортивный характер наших гостей. Спортивный, яркий, живой, харизматичный. Будут какие-то розыгрыши определенные от наших партнеров, будут спортивные соревнования, будут конкурсы мистера и мисс бикини и всевозможная активность, которая, я уверена, придется по вкусу всем гостям. Конференция станет местом обсуждения более глобальных и глубоких вопросов. Тому подтверждение – живая дискуссия во время пресс-завтрака, который вызвал вопрос профессионального и массового спорта, в частности, роли бизнеса в них. Я все-таки надеюсь на то, что предпринимательское сообщество уделит больше внимания как раз развитию спорта как бизнесу. И уповаю именно на эту часть развития. В принципе, нужно себя надеяться. В качестве экспертов и модераторов не только известные спортивные деятели Ульяновской области. Статус межрегиональной конференции подтвердят приглашенные гости из Самары, Казани и Москвы. Событие не ограничится тремя днями. Дальше последуют встречи, где резюмируют и будут воплощать в жизнь те идеи, что озвучат на круглых столах. Рената Алиулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.